Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы вместе будем листать с вами дополнительный каталог Oriflame, он называется Выгода Плюс, и действует он с конца первой недели текущего каталога и доступен всем абсолютно консультантам, кто в предыдущем периоде, то есть в 14-м каталоге, разместил суммарно заказы от 100 бонусных баллов. Этот каталог очень классный, но посмотреть его мы можем только в электронном виде, поэтому сейчас мы его полистаем, и я вам покажу ту продукцию, которая у меня есть в наличии, которой я пользуюсь, и конечно же расскажу свои впечатления о продукции, чтобы вам было легче подбирать себе и своим близким. Приятного вам просмотра! Каталог начнет свое действие с 31 октября и закончится 13 ноября. На первой страничке обратите внимание, что за каждые 5 бонусных баллов из этого каталога ваш заказ будет добавлен случайный бонус от Oriflame за 3 рубля. Это будет пробник помады, аромата или крема. В любом случае, я всегда радуюсь таким подаркам, потому что я их потом вкладываю в заказ своим клиентам. На первой страничке нас ждет мужской аромат, это туалетная вода мистер Giordani Aqua. У него такой интересный легкий, звонкий, я бы даже сказала, что это более летний аромат, он достаточно мужественный, подойдет как и молодому мужчине, так и взрослому. Состав написан здесь же на страничке: полынь, аккорд морской древесины и ветивер, средняя концентрация аромата. Следующая страничка — это тоже ароматы, ароматы женские, а некоторые, я бы сказала, что это унисекс, могут пользоваться как мужчины, так и женщины. За 399 рублей ароматы серии Feel Good. У меня есть три аромата из этой серии, они по стойкости очень легкие, буквально 3 часа я чувствую этот аромат. Как видите, у меня есть с лавандой, сливовой и с красным цитрусовым и куркумой. Мне они очень нравятся все, они необыкновенные. Но, например, этот аромат очень мягкий и пряный. Аромат Loft Up сливовый, он такой звонкий, сладкий, похож на аромат Love Potion Secrets. Если любите этот аромат, то он вам понравится. И аромат лавандовый, он очень мягкий и гармонизирующий, то есть этот аромат меня не усыпляет, а именно успокаивает, гармонизирует. Очень нравится, кстати, аромат тоже прям вот прикольный. Поэтому если любите разнообразие оттенков и именно чтобы ароматы влияли на эмоцию, то посмотрите на это предложение, оно очень классное. Далее карандаши из серии Giordani Gold за 249 рублей. Карандаши очень достойные, у меня есть все три оттенка, и как вы заметили, пользуюсь я чаще всего ярко-красным, он называется MAC. Что интересного в карандашах? Что с одной стороны есть кисть, которая позволяет либо делать растушевку карандаша, либо наносить помаду. И давайте посмотрим карандаши в деле. Давайте начнем с самого светлого, Гарденья, по-моему, если правильно. Смотрите, Гарденья, хороший нюдовый оттенок, подходит под теплые помады, подо все. Следующий такой холодный розовый, по-моему, пыльная роза называется. Хороший розовый цвет, то есть он не кукольный оттенок, а натуральный розовый, то есть очень приятный цвет. Но красный — это просто фантастический оттенок. Кстати, у меня сейчас на губах как раз контурный карандаш именно сделан этим продуктом. Очень рекомендую, они классные и хорошо лежат, не растекаются, не забиваются в складочках. А рядышком нас ждут помады серии The One, помада роскошная, я ее просто обожаю. У меня есть два оттенка, и как раз один из них вы можете заказать — розовое дерево, мягкое, увлажняющее, питательное. Смотрите, то есть она
плотная достаточно помада, то есть мы с одного нанесения сразу видим цвет. Да, и немножечко я всегда добавляю, на руке не так цвет ложится, как на губах, потому что на губах действительно достаточно так один раз провести и все. А здесь немножечко так уплотняю, чтобы вы лучше рассмотрели мой любимый оттенок. Объясняю, почему любимый. Вот смотрите, его можно вот сюда вписать с этим контурным карандашом, и это будет уже более такой нюдовый, теплый оттенок. Можем его сочетать с розовым, и это будет уже более холодный цвет, то есть такой универсальный оттенок. И когда я не знаю, какую выбрать помаду, то я беру именно этот цвет, и я вам рекомендую его себе завести, да, в коллекцию помад, потому что он как универсальный солдат подойдет и на вечер, и на день, и на утро. Его можно без контурного карандаша красить, это просто потрясающий оттенок. Также вы можете выбрать несколько вариантов на любой случай жизни, это может быть день, да, классика, или вечерний, или какой-нибудь шокирующий оттенок, как ночная фиалка. Далее лаки. Лаки шикарные серии The One, они стойкие, глянцевые, выглядят лаки. Кстати, вот у меня красный лак тоже из этой серии, то есть мы наносим один слой, и он сразу ложится плотным глянцевым покрытием и выглядит очень сочно, дорого, и они хорошо лежат на ногтях. Тени, тени Рефил за 149 рублей, по-моему, восхитительная цена. У меня есть несколько вариантов, я их храню в палеточке, а несколько оттенков у меня лежат отдельно. Тени, я бы сказала, они идеальные, они не пылят, не осыпаются, они шикарные в деле. Смотрите, вот я их набираю, они все просто вау. Если вы хотите сделать легкий макияж, то наносите сразу на кожу. Если вы хотите более стойкий и эффектный макияж, то сначала наносите праймер или какую-то базу под тени, а потом уже наносите сверху тени. Я обычно делаю с базой, поэтому мои макияжи всегда очень яркие и эффектные. Вот такая красота, тоже прям всем рекомендую тени, они отличные. Следующая страничка для лица. Крем, вот такая вот баночка, крем-смузи, крем-йогурт смягчающий с органическими ягодами. Ну, во-первых, дизайн красиво, в пластиковой упаковке, так стильненько сделано все с ягодками, надпись Love Nature. Серия эта подходит для молодой кожи, просто вот напитать, увлажнить, слегка такой розовый оттенок у этого крема. Аромат, конечно, сказочный аромат, мягенький, питательный, хорошо увлажнит, все смягчит. Чудес, конечно, от этого крема вы не ждите, то есть он не сотрет морщины, мимику, тем более глубокие морщины, но приятные впечатление, во-первых, от самого продукта, а во-вторых, то, что он действительно хорошо увлажняет. Я его пробовала, хотя я взяла для дочки, но я всегда сама пробую всю продукцию, чтобы получить свое впечатление. А еще я вам продемонстрирую двухшаговую маску Detox для лица. Я ее делала, эффект какой: мы наносим сначала первый шаг на чистую кожу, и лицо начинает гореть, то есть она согревающая и она красная. Мы ее смываем и наносим затем охлаждающую маску на 10 минут. Если первую мы наносим, по-моему, буквально на 3 минутки, да, на 3 минутки и смываем, а ее задача раскрыть поры, как бы, знаете, распаривание сделать. А затем второй мы все чистим поры, вытаскиваем из кожи все загрязнение и стягиваем поры. Вот такой эффект. Попробуйте, очень классная маска, всего 69 рублей, по-моему, супер. И здесь нас ждет скраб и очищающая маска для лица, тоже двухшаговая, но я не пробовала, поэтому пропускаем эту страничку. Здесь нас ждет восковые полоски для депиляции на теле. Кстати, если у вас волос не жесткий, такой неплотный, очень хорошо полосочки удаляют. А, конечно, если они очень будут, у вас волосы жесткие и такие крепкие, то, конечно, не справится со всеми
волосками. А вот крем для рук «Искры любви», он просто шикарный, и дизайн у него классный, и сам крем замечательный. У него такой легкий аромат, розочками, по-моему, пахнет. Я дочке дарила несколько раз, потому что она обожает все в розовых оттенках. И я, когда у нас есть что-то розовенькое, я всегда ей заказываю. Носочки. Обратите внимание, здесь две пары за 399 рублей. Они будут упакованы симпатичненько. И вы можете, как сейчас модно, носить один яркий, другой серый. И это будет принято в обществе на ура, будут все говорить: вау, какая вы модница. Следующая страничка — это зубные пасты. Конечно, пасты у меня еще есть из прошлой коллекции, они сейчас все у нас обновились. И вот мы сейчас пользуемся защитная, отбеливающая и освежающая гель-паста. Кстати, вот эту пасту я долгое время как-то не принимала, не любила, а потом очень ее мы оценили. Как-то у нас у всех одинаково все произошло, и мы стали ее очень даже уважать, эту пасту, потому что она действительно такой свежая, свежая, все во рту, как будто даже холодок какой-то. Прекрасные пасты, одобрены ассоциацией шведских стоматологов, поэтому смело берите, тем более что здесь такая приятная будет акция. Зубные щетки, моя любимая, фиолетовая, она действительно классная, средней жесткости, то есть она не царапучая, она не травмирует десны. А вот если вы любите пожестче, да, чтобы оно было прям такое поярче, то вам нужно брать синюю щеточку. Бижутерия — мой любимый раздел, но, к сожалению, здесь мало что у меня есть в личном использовании. Обожаю вот эти серьги, гвоздики, смотрите, как они сделаны. Мы можем снять насадку, то есть вот этот подвес мы можем убрать и носить только гвоздик золотой, вот интересной такой формы, как будто продавленная пластинка золотая. Вот этот подвес очень тяжелый, жемчужина вот просто нереально тяжелая, поэтому на долгую носку эти серьги я не могу рекомендовать, потому что, например, на танцы куда-то, на где будете вы двигаться или быстро ходить, а вы устанете, потому что этот вес будет вам оттягивать уши и доставлять дискомфорт. Я обычно их всегда использую для видео, например, просто там, когда веду эфир, если мне нужно хорошо выглядеть, для фотосессии, но просто на прогулку, но не на долгую носку. Серьги, конечно, очень классные. Да, у меня их две, конечно, две, вот показываю. Ну, я от них в восторге, потому что они так эффектно выглядят. Классное сочетание золота, потом пластик такой интересный в рыжеватом оттенке и сочные жемчужины. Вторые серьги тоже трансформеры, можно жемчужинку снимать, как бы полуовалы такие, да, полукольца интересные с подвесом. И третий вариант — это яркий кристалл изумрудного цвета и длинные цепочки, такая гроздь цепочек, длина 9,9 сантиметров, то есть они действительно длинные будут, и это смотрится красиво. Вы можете посмотреть на модели, то что я не шучу, да, это действительно очень эффектные, классные серьги. Если вы любите такой цвет, вам, может быть, нужно дополнить гардероб или подчеркнуть цвет ваших глаз, если они у вас зеленью или карие глаза, то это будет очень красиво, то есть добавить яркости и блеска. На следующей страничке наборы гвоздиков. Гвоздики всегда актуальны, посмотрите, какие разные варианты интересные. Здесь у нас золото, а здесь как бы как розовое золото выглядит, ну, по крайней мере, так видно на картинке. Я, конечно, видела все эти наборы, но не помню впечатления, не помню, что мне все нравится, всегда хочется все их заказать, потому что они действительно очень симпатичные. Аксессуары, сумочки стильные, нужные, модные, я их видела, и ту, и другую, рекомендую обе. Первая очень интересна тем, что она двухсторонняя, одна сторона у нас идет в клетку, а вторая черная и, по-моему, черная, давайте посмотрим, не написано, по-моему, черная сумочка или, может быть, темно-темно-синяя. Ремешок съемный, можно ее использовать как косметичку, как клатч,
И интересно, клепочки идут на черном фоне, это здорово тоже выглядит. Вторая сумочка очень маленькая, она такая стильная, такая вот прям вот кукольная, игрушечная, ну ее видно, что она маленькая. Ее можно носить, перекинув через плечо, наискосок, тоже очень здорово. Она маленькая, в нее поместится буквально по минимуму. Даже мне кажется, вот мой телефон в нее не войдет, потому что она прям маленькая малышка. Смотрите, ее размер 16,5 на 12,5, то есть верхняя часть 16,5, а по низу уже 12,5. Так, дальше очки. Забыла взять, у меня есть эти очки, по-моему, даже где-то был обзор или не был, но в любом случае у меня в Instagram, мне кажется, есть фотографии, где я в этих очках, они очень классные, мне безумно нравится этот дизайн, они так выглядят шикарно, они огромные, просто в них стрекоза, но именно это мне в них и нравится, что они такие нестандартные. И в этих очках не стоит оценивать, идет или не идет, они просто очень крутые. И сейчас такой тренд, что очки сами по себе, мы сами по себе, и в этом вот их фишка. У них прекрасная цветопередача, то есть мне в них было очень комфортно, все лето я в них без скиду ходила, потому что одно удовольствие было ими пользоваться. А сейчас мы переходим в раздел платков, да, платки, палантины. И вот на мой взгляд, палантин, который мы видим сейчас, он роскошный. Он у нас был представлен в каталоге Норхен. Обратите внимание, это дорогой продукт, шикарный дизайн, то есть дизайнерский, да, орнамент такой, принт красивый, сочетание цветов. 799 рублей, размер 180 на 70, то есть этим палантином вы можете и голову обернуть, и шею, и сделать из него блузон, топ какой-то. Это очень красивый материал, стопроцентная вискоза, то есть легкий, невесомый, роскошный, такой нарядный. Вот честно, я бы такой хотела, конечно. А здесь нас ждут два платка, такие стильные, интересные, которые мы можем и на джемпер использовать, на водолазку, с блузой, с курткой. То есть как вам удобно повязать на голову, если вы носите, это тоже классный вариант. И, конечно, расцветка. Смотрите, как классно выглядит такая мятная расцветка, да, такой пейзажный принт. Сочетание мяты с белым очень красиво, размер 90 на 90, как у первого, так и второго. Второй более такой геометрический, уже какой-то такой, как сказать, строгий, я бы сказала. И гели для душа, серия Discover, три варианта. Тот, который я демонстрирую, он не представлен, но чтобы вы понимали, 250 миллилитров счастья, ароматного, душистого, густого. Смотрите, какой густой гель, он с трудом медленно перетекает, он отлично пенится, очищает кожу, и вы испытаете, конечно, удовольствие от его использования. Вам останется только либо выбрать один из них, либо взять парочку, три. У нас будет Неизведанная Камчатка, самый такой, мне кажется, популярный аромат, мужской — Озера Новой Зеландии, но он очень вкусно пахнет, я не знаю, почему его выделили мужским, мне он очень нравится, и Пляжи Калифорнии, такой будет яркий, насыщенный фруктовый аромат. Вот и все. В общем-то, мы с вами так быстро пролистали этот каталог. Я вам желаю приятных покупок. Надеюсь, это видео полезное, и вы сможете выбрать то, что вам действительно нужно и придется по душе, и вы будете использовать. До новых встреч. Помните про лайк, если видео понравилось. Всего доброго. Пока-пока.